У нас вчера было классное такое событие. Вчера имахме много готино событие. Мы возвращаемся к тому, вообще ради чего Иисус пришел на эту землю. Не се връщаме към това, за какво Иисус е дошел на тази земя. Для того, чтобы спасать. За това да спасява. Давайте мы посмотрим видеоролик. Да погледнем видеото. Аллилуйя, Коля, выходи! Аллилуйя, Николай, излезай! Да, красавчик! Красавец! Вы знаете, просто пляжи были забиты, и мы пошли не на песок, а мы пошли на камни. Пляжи эти собили за эти, и не из-за того не смеете шли вверху пязоками, вверху камни. И пастор Андрей, который преподавал водное крещение. И пастор Андрей, который преподавал водное покрестяване. И Николай, они стояли вместе на одном камне. И Николай состояли вверху один камок за одно. Как-то стоявиждали, забалансировали малку. Я говорю, слушай, если у тебя такое было экстремальное водное крещение. А котолку экстремально тебе было водное крещение? Что-то Бог тебе хочет приготовить. Бог искаш нечто да тебе приготви. А, хочешь немножко рассказать? Искаш ли нечто да расскажешь? Не готовился. Ну ладно, подумай немножко, подготовься. Помисли малку. У нас, знаете, есть такая небольшая традиция. И маме малка традиция. Вот те, кто предыдущее водное крещение принимал, тези, кто са приемали предното водное крещение, они немножко могут поделиться, вот как прошло, пошла их жизнь. Те могут малко да споделят, как и продолжил техния живот. И дать напутствие. И да дадут напутствие. Вот ровно 9 месяцев назад Ульяна и Оля приняли водное крещение. Точно преди 9 месяцев Ульяна и Оля соприели водное крещение. Хотите послушать, что за это время? Искате ли да чуете, как вашите кажат? Всем добрый день. На всички здравейте. Я буду очень краткой. Кратко ще буду. Это было невероятное событие. Било и невероятно событие. И жизнь изменилась сразу же. И живота веднага се промени. Потому что сразу после крещения в Турции я крестилась. Започнаха покрещаването, аз в Турция се покрестих. Я сама одна улетела в Россию домой. Една сама отидох вкъщи в Русия. Полностью отрезанная от церкви, от всех, кто был рядом. Наполно оставлена от моих приятелей и церквата. И тогда Бог творил чудеса. И тогда Бог творил чудеса, наистина. И Святой Дух говорил моими устами. И Святой Дух и говорил с моими устами. И Он мне позволил выдержать вот эти все атаки, которые были там. И Той мне позволил да издержать все атаки, которые собили там. И я верю, что все это было прям вот вовремя все. Я верю, что все это было точно на время. Так что жизнь меняется после крещения, это однозначно, и аллилуйя. Зато ваш живот со сигурностью и променя след покрещаването, аллилуйя. Это тебе напутствие. Слышишь, твое да? Напутствие, чего шли? Хочешь что-то сказать? И скажи ли мне, что докажешь? Давай. Да. Хочу сказать всем спасибо, кто был со мной тогда и поддерживал. Искам докажи, благодарен на всички, кто ты бил со сменем и подкрепил. Да. Благодарен, что нашел эту церковь. Благодарен сам, что сам намерил тази церква. И станах одно семейство с вас. Очень рад. Будьте благословенны. Много сей радом, будете благословенны. Аллилуйя! Подожди, подожди! Торжественно тебе вручаем. Торжественно тебе вручаваме. Сертификат. Сертификат. О прохождении водного крещения. Здесь дата, чтобы ты не забыл. Минаване на водное покрещаване. Создата та. И Библия. И Библия. Чтобы ты грешников не бил по голове ею. Не задобиешь грешниц, типа главата со сне. Чтобы оно жило в сердце твоем. Надо живей во в то это сердце. Давайте Библия. Еще раз поздравим. Проходи.
слава Богу. Слава на радостные Бога. Моменты, да? Радостный момент. Ну, да, мы еще хотим. Знаете, вчера еще было крещение у одного человека, но не водное. Още искаме да кажем. Да, я хочу сказать, что пастор Андрей вчера водното крещение первый раз не само проводил крещение. Искаме да кажем, че пастор Андрей за первый пот и провел водното крещение. Мы хотим поздравить его за смелость. Искаме да го поздравим за смелость. И вручить. И думаю, вручим. Это вам. Твоя да. На вас. Слава Богу. Слава у нас, на знаете, Бога. Пастор приболел с температурой, пастор вечером звонит и говорит, болитува, пастор Андрей. То есть с температурой звони на пастор Андрей и казва. Сможешь провести водное крещение? Можешь ли да проведешь водное покрещение? Говорит, у меня есть выбор. И это и пита, и мам ли избор? Ну и в общем, слава Богу, все состоялось. И слава на Бога. Давайте. Слава Богу. Слава на Бога. Чудесно, правда? Чудесно, не ли? Давайте мы познакомимся, те, кто пришел первый раз. Встаньте, пожалуйста. Давайте запознаем всички, кто дошли за первый пот. Пожалуйста, вставайте, не стесняйтесь. Спасибо. Давайте поприветствуем. Давайте мы отсюда пойдем. Вы одна семья? Одна семья. Ну, дети сразу. Вы это все проповедовать вышли? Ну, назовитесь, как вас зовут? Василий с Украины. Вероника, Виктор, Ваня, Артём. Очень приятно. Очень приятно. Слава Богу, присаживайтесь. Молодцы ребята, выдержали такую проповедь. Представьте.